Суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» за передачу про украинский язык. Радиостанцию «Эхо Москвы», которая ранее была ликвидирована после соответствующего решения Совета директоров, оштрафовали за еженедельную передачу про украинский язык. Об этом в четверг сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. «Эхо Москвы» оштрафовано за еженедельную передачу про украинский язык и культуру под названием «Шо там у них» на 30 тысяч рублей, говорится в сообщении Венедиктова в его телеграм-канале. Он также заявил, что это решение непременно будет обжаловано. Напомним, большинство членов Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» 3 марта приняли решение о ее ликвидации. 1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эхо» и телеканалу «Дождь». СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, включающих функции иностранного агента, за целенаправленную публикацию материалов сложной информации о проводимой России спецоперации на Украине. Так что вот так, вот такая новость. Подписываемся на мой канал, пишем комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за